Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка Медвежьего угла Елена Горчакова. И сегодня я начинаю занятие школы травоведения, посвященное землянике. Это чудеснейший дар нашей сибирской тайги. Это одна из моих самых любимых ягод. И к тому же одновременно с этим это великолепнейшее не только пищевое, но и великолепнейшее лекарственное растение. Я тут минувшие дни собрала несколько ведер этого восхитительного, ароматнейшего продукта, этой вот земляники таежной. И поэтому я сейчас хочу начать занятие школы травоведения именно с практики. Начинаю с практики, готовим чай из хвостиков земляники. Я когда первый раз этот чай увидела, что его деревенские бабушки наши делают, я была поражена. Думаю, ну что за ерунда такая, какие-то хвостики. Вроде бы перебираем ягоду, это остается. Какое-то, знаете, такое ощущение, что из отходов из каких-то. А когда я попробовала, меня убедили попробовать, я поняла, что как я была не права. Это просто восторг. То есть это один из самых изысканных видов чая, травяного чая, который мне доводилось в моей жизни пробовать. Поверьте, я их попробовала очень много. У него чудесный вкус. Этот вкус похож на вкус земляничного варенья, но без сладости абсолютно. Немножко кислоты в нем есть такой, но очень приятная такая кислинка. В то же время есть терпкость во вкусе, и эта терпкость, она сродни терпкости хорошего вот черного чая. То есть вы получаете одновременно и пользу для здоровья, и великолепнейший вкус. А аромат у этого чая – это просто, вы знаете, просто сногсшибательный. Аромат, солнечный аромат лесной земляники, он непередаваемый. И вот в этом вот чае из хвостиков, который мы сегодня будем делать, этот аромат сохраняется весь год. Он будет у вас в вашем распоряжении до следующего урожая земляники. Итак, что же нам нужно сделать для того, чтобы получить очень ценный и очень вкусный продукт? Когда мы собрали лесную землянику, мы начинаем ее перебирать. Чтобы ее использовать в варенье, или высушить ягоду, или заморозить, мы обязательно должны убрать с нее вот эти вот так называемые хвостики. Эти пятилепестковые, эти вот такие звездочки. Значит, их отрываем вручную. Работа эта не быстрая, требует усидчивости, поскольку ягода маленькая. Но эта работа, за эту работу будет и должная награда. Во-первых, будет вкуснейшее варенье, а во-вторых, будет наш сегодняшний чай. Когда мы хвостики оторвали, все вот эти вот, нам не нужно с ними больше ничего делать, кроме как одно. Нам нужно их просто высушить самым обычным способом. Вы можете расстелить их на любой поверхности. Желательно, конечно, чтобы там была какая-то или ткань, или лист бумаги чистый, чтобы, если капелька сока будет, чтобы она впиталась. И просто высушить. Высохшими они становятся тогда, когда ломаются в пальцах с таким хрустом характерным. То есть не когда сгибаются, а когда ломаются. Вот на этой стадии можно убирать на хранение. Но как только она высохнет, я вам советую первое, что сделать, это заварить. Заварить и попробовать. Заваривается чай из хвостиков земляники, как обыкновенный чай. Я завариваю обычно во френч-прессе, потому что мне так нравится. Никаких особенных вот этих вот ритуальных танцев вокруг него танцевать не надо. Просто завариваете кипяточком и буквально уже через 5-6 минут можете наслаждаться ценнейшим, великолепнейшим напитком. О том, сколько в нем витаминов, микроэлементов, сколько пользы, на что он влияет и так далее, мы будем говорить во втором части занятий, посвященной землянике. А сейчас, как я сказала, у нас была практика. Сегодня мы научились готовить чай из хвостиков земляники. Это очень интересный, ценный навык. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. Если понравилось, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на канал. Вас ждет продолжение занятия по землянике. Еще много очень интересных занятий в школе травоведения.